Итак, привет, дружище, усаживайся поудобнее. Сегодня я тебе расскажу вообще, что и как происходит на пельмени. У нас как бы закончились ресурсы, делать вообще нечего. О, тут, смотри, максимальное умение. Короче, сегодня такое спонтанное видео, буквально на 10 минут. Ты поставь лайк, это пельмени, играю без доната, развиваю его с нуля. Есть отдельный под него плейлист. Вчерашнее видео вы не посмотрели, но я как бы и понимаю почему. Потому что я его опубликовал очень поздно. Вам в комментариях предлагаю написать, на какую тему запилить видос по битве замков. Потому что сегодня что-то сел и такой... Блин, камон вообще, что делать? Я все профукал. Время появилось только ближе к вечеру, и как бы вот такая вот грусть прошла. Также сегодня будет стрим по GTA 5 RP, надеюсь, будет интересно. Ну а сейчас мы на пельмени и смотрим, какая у нас ситуация. Так, по подаркам у нас, грубо говоря, ничего такого нету. Даже не знаю, чем сегодня буду заниматься, но знаю, что нужно позаниматься пельменем. Смотри, вот у меня, казалось бы, да, мог бы тут с ума сходить, просто брать и по-сумасшедшему прокачивать героев. Только проблема в том, что нету книжек. Да, пришел тот момент, когда на бездонатном аккаунте закончились как бы книжки. И все, быстро уже не покачаешь. У нас есть ворожей. Мы попытаемся ему сейчас выбить какой-нибудь талант. Щит дракона, кстати... Кстати, бы тоже неплохо было бы на него выбить. У меня 36 коробок, давай попробуем. Давай попробуем выбить. Так, допы, допы, слушай, по допам у меня вроде бы все пятерки. У меня... А, вот, смотри. Вот сюда можно поставить. Давай дальше, и скитальца тоже по-любому нету. Так, во, давай. Тут скитальца вроде распаковывал где-то. Ожива. Слушай, я не помню, ожива вроде никуда не нужна. Так, пока так ставим. Скорость. Что с допами? Кстати, мог... Хотя нет, не мог. Незачем. Ну, меняем. Меняем, друзья. Разброс. Ну, я не знаю, хотя бы... Вот хотелось бы щит дракона, да, получить на ворожея. Но как бы, ну хотя бы огненку повышает атаку на 60%, восстанавливает энергию, уменьшает, а, ну это для этих додиков, ясно, это для додиков. Слушай, давай пока на первое время, пока у нас тут непонятная ситуация, потому что возможно мы не выбьем вообще талант. Да, все, у нас пришло время, когда даже коробки заканчиваются. Разработчики, пришло время дать халявы. Что-то не видно этой халявы. Все закончилось. Но это связано в первую очередь с тем, что... Ой, исцеление. В первую очередь с тем, что все, убрали этот порог. Теперь можно героев прокачивать. Да, тебе не надо плюс 100-500 золота. Ремка. Ремка, порочный пакт. Ремка вроде бы да и никому не нужна. Вот, давай дальше. Берсеркер тоже все. Все не туда. Давайте я попробую сегодня сделать первое видео, которое будет длиться 10 минут только. Это было бы вообще замечательно. Оживление. Ярость небес. 14 коробок осталось. Все очень грустно. Да, то есть, по сути, все, я как бы... До свидания. Вот. Хотя, вот у меня была ремка, подожди, у меня же феникс лежит. Проклятый доспех. А нужен он был кому-то или нет? Подожди, где-то у меня феникс был. Потом говорит, князь, пользуйся фениксом. Вот, как бы... Где он у меня? С каким вообще талантом? Соживый, не соживый? Ну, соживый. Да, и ремочку бы ему. Потому что оживу-то я на максимум все равно на Фениксе не смогу прокачать. Но надо смотреть, не знаю. Так, проклятый доспех. Ну, мне не надо. Мне надо все-таки на него защиту. А проклятый доспех... А, слушай, проклятый доспех вот на кого. Да, деточка. Дальше. Реанимация. Вот с этим... С Фениксом все сложно. По идее, ему нужна ожива, наверное. Вот. А с другой стороны... с другой-то стороны... Фиг я эту оживу без доната прокачаю на максимум. А ремка здесь и сейчас. Вот прям она есть. Вот, допустим, эмблема управления... Так. Где у меня? Давай, ладно, я посмотрю эмблемы. Много у меня вообще эмблем, там, ремок каких-то, да? Руны. Поменять. У меня ни одной ремки нету. Слушай, давай поставлю пятую ремку на Феникса. Ну, для начала, хотя бы для начала. Поменять. Давай вот так вот сделаем. Идем
Ну, карточки меня не спасут. 9 коробок, друзья. О, огненка. Ну, вот у нас огненка. Значит, ну нам надо как бы ворожея, что с ним сделать? Нам надо, вот, допустим, кошмарки. Я тут шестые еще, да, не прошел, блин. Все, добраться не могу. Ну давай пятые кошмарки. Я думаю, шестые я могу на изичах пройти. И давай, давай все вливаем, вливаем, вливаем ворожея. Только, конечно, огромнейший вопрос, сколько у меня там этих... А у меня этих карточек тоже, их-то с гульки нос, понимаешь? Карточек-то с гульки нос. Ну-ка, что у нас получается? 168 уровень только. Ну ладно, подожди. Волнами. Волны. У нас волны два пропуска. Божечки. Ну давай, раз пропуск. Два пропуск. Пропуск-попуск. Вот мы возьмем сейчас даже ради интереса. Так. Мы возьмем, в него все пропустим, да? Все, что у нас есть, мы возьмем, пропустим. Вот у нас кошмарка. Вот у нас пятая кошмарка. Вот у нас пропуски. Давай, 4 сразу. Ну, тем более, это все равно надо сделать. Там висит шар. Почему бы не как бы не выполнить это все? Давай вот заново вот так вот делаем. Да, пока что мы его даже до 180 уровня не прокачали. Вообще, у меня еще 18 золотых книг есть. У меня есть золотые... Ой, что это у нас тут получается? Ну, в принципе, ему надо вообще начать прокачивать просвет. Хотя, с другой стороны... Ну, ладно, я не знаю, мне и просвет всем надо прокачивать. Жестко все, жестко. Так, окей. Ну вот как-то вот так вот у нас получилось. Выгоднее, наверное, сейчас сразу книжками все-таки долбануть. Улучшить навык, добавить опыта. 8 книг сразу, бац. Усовершенствовать мы не можем, но мы можем взять, короче, сходить пару раз в рейд. И у нас уже будет все хорошо. Вот я вам просто посмотрю, вот сейчас до скончания ресурсов мы попробуем все это дело прокачать. Ой, во, слушай, отличная подземка. Фу ты, отличный этот попался противник. Так, накидываем. Кстати, тут и как бы все легкое. Давай, оп. Космо не на радость, да, когда на бездонатный аккаунт выпадает космо. Это прям радость, это прям хорошо, ребят, это прям от души. Так, это мы прошли, но нам все равно пока не хватает. Потому мы берем... Опа, не сюда. Сюда заходим. Дальше. Здесь мало вообще золота, мало ресурсов. О, здесь нормально. Здесь нормально. Ну и давай сюда высаживаемся. Смотрим, что из этого получится. Космо как бы ударил не в самое лучшее место. Надеюсь, он типа второй раз сможет ударить. А, да, мы тут всех растушили. Как бы нормально. Нормально, друзья. Все замечательно. Все отлично. Есть. Так, пополняем. И давай дальше. Еще разочек. О, здесь миллион маны есть. Твою ж дивизию. Здравствуйте, я ваша тетя. Высаживаемся. Мы сами под космо попали. Слушай, возможно, нам сейчас дадут люлей. Но у нас вроде все держатся. Вроде все держатся. Вообще, я рад, что я для Фрэнки нашел талант. Его надо только прокачать. Ну и все, и грубо говоря, мы все забрали. Мы большие молодцы. Ой, так, смотри. Мы его усовершенствуем. Дальше мы ему, допустим, улучшить, не знаю, вот, там, не знаю, книжку такую суем. Эволюционировать. Повторок нет, берем за КГшки, да, вот это вот берем. Купить, эволюционировать. Все, он у нас уже с первой эволюции. Казалось бы, все классно. У нас, кстати, да, не забываем, я еще не убрал просвещение, а Фрэнки нам надо поставить... Нам надо прокачать Фрэнки. Как это возможно? А, елки-палки! А Феникс-то я мог это... Да, Феникс-то я мог на максимум прокачать талант. Сколько у меня этих камней?
18. Ладно, я их придержу для какого-то героя. Ну, там с Фениксом еще, видите же, нам надо еще до него добраться. Мне пока интересно даже на битве гильдии дальниками немножко постреляться, хотя от этого, конечно, толку мало. Окей, вот у нас есть парень, красавчик, вообще молодчага. У нас, кстати, есть золото, я что-то и... А, золото есть, маны нету, ну ладно. Так, получаем книжку. Ну и, к примеру, заходим в кошмарку. И у нас сразу 1400 силы. И он сразу же докачался до 80 уровня. Это не проблема. Мы его берем, усовершенствуем. Давай, смотри, еще раз. Пропуск сколько сейчас упадет? 100. Но он еще не прокачан на максимум. А, вот теперь на максимуме. Но пока что еще идет нормально, да? Видишь, как приходится изгаляться, когда у тебя заканчиваются ресурсы. У нас следующая звезда, но мы как бы идем его прокачивать. Сейчас, по идее, тоже будет все нормально. Давай. А, нет, смотри-ка, закончилось добро. Вот, все, можем останавливаться, переборщили. Снова мы его фигачим. А, во, видишь, золотишко закончилось. Но у нас есть мана. Мы ему можем как бы постепенно качать просвет. Здесь, походу, ага, до 52 уровня. Снова нифига нету, но у нас есть, к примеру, золото. Мы им и воспользуемся. Так, давай. Опа, усовершенствовать. Так. Пропуск, давай, полетели. Раз, два, три, четыре. Ну давай. Ты где? Эй-эй! Слушай, его, видишь, как бы уже все, уже они не помогают. Оп, все, дошли. Нормальненько. Прокатывает. Это у нас 140-й, мы его снова усовершенствуем. И давай погнали дальше бомбить. Пропуск. Пропуск. Сейчас нам надо будет все больше и больше подземок. Ну и, кстати, мы все равно, мы можем, может быть, нам и хватит, как бы, ресурсов его взять и раскачать. Снова у нас золота не хватает. А что у нас с этим другом? Он даже у нас не до конца прокачан. Ну ничего, мы берем золото, нам, грубо говоря, не жалко. Вот, еще минус 12 золота, допустим. И теперь давай фигачим дальше. Сейчас все пропуски потратим. Пропуск. Так. 39, еще живем, нормально, пацаны, все хорошо, все замечательно. Давай, оп, а, стой, он уже как бы докачан, я уже тут поборщил немножечко, да, усовершенствовать. Ох. Так, ну давай, сейчас золото закончится. Так, это 7 уровень, по идее, здесь можно воспользоваться книжками, но мы пока не будем. Книжками потом в конце попробуем воспользоваться. Так, еще раз доходим до золота. Ой, мана у нас давно полная, про это не надо называть. Сейчас попробуем его до 180 уровня прокачать. Но можем и книжками, вот, чтобы вообще жестко было, да? То есть, а нам и не хватит. Смотри, я использовал все книги. Смотри, Чио Рио, 172 уровень, да? Ну ладно. У нас есть пропуски. Пропуски. На них можем надеяться. Может быть, благодаря им получится довести до второй эволюции. Так, левелы даются. Не так часто, как хотелось бы, но они даются. 27 карточек оставалось. Сейчас уже где-то 23. Смотри, я пропускаю. Толку, как говорится, ноль. То есть все, по сути, у меня закончились ресурсы. Еще давай. Ждем халяву от IGG. Давай. Ну, зато мана есть. Как бы заходим тут, как бы прокачаем немножко, надо про ману тоже не забывать. Так, и у нас есть немножко золота. Хотя бы на видео я могу, ну, как бы больше уже не могу, но мог на видео хотя бы там не тормозить с этими рейдами. Но сейчас-то мы должны до 180 уровня пройти, а? Последние пропуски, друзья. Е-бой. Так, заходим. Смотри, опа, усоверш... А, значков почета не хватает. Нет, все, я встал.
Видишь, зря я сливал эти книги. Ну ладно, у нас не хватает значков почета. Что мы можем сделать? Мы можем зайти сюда. Опциональный обмен. И как бы поменять на книжки. Хотя, жалко. Если честно, конечно, на книжки менять жалко. Тем более, я их что-то тут в списке-то не вижу. Сколько стерка стоит? 40... Сколько стерка стоит? 30 тысяч. Твою ж дивизию. Слушай, а что я книгу... А, вот, такие книги. Цена товара 220. Осталось 150 штук, серьезно? То есть, ну, 33 тысячи. Окей. Мы пошли ва-банк. И теперь я, допустим, эти книги продаю. И у нас... И все равно только... Ну, стой, сори. 375 тысяч, да? Окей, что мне с этим делать? Что мне с этим делать? Я смогу его перевести на... А, вот, мне хватило. А дальше как бы все. Я ему сделаю, к примеру, и то не факт, вторую эволюцию. Мы можем тут последние эти пропуски добить. 5 левелов, я точно думаю, после 180, после 180 уровня я не прокачаю за эти пропуски. Вот у меня уже золото заканчивается. Тут последнее золото берем. А с маной тоже все грустно. Так, пополнить баланс, пополняем. Короче, реально иду такой, знаешь, ва-банк. Давай, вот так вот. Выпускаем, гасим. Не туда, космо ударил. Ну, вроде мы всех разложили. Вроде бы все хорошо, никаких проблем у нас не будет. Ясно, ясно, друзья. Все, выходим. Слушай, я отвык от этой фигни. Если честно, я уже не помню играть, когда у тебя... Я не помню, как играть, когда у тебя нету книг, у тебя вот таких вот ресурсов нету. То, ну, допустим, да, немножко... Давай еще золото немножко долбанем. Тут у нас что? Тут у нас мало. Дай хотя бы 500 тысяч золота. 300 тысяч. 380 тысяч. 195 тысяч. 400... Ай, блин, 492 тысячи пропустил. О! Тут нормально, давай, полетели. Ну, взяли тут всех, растушили. И как бы нормально. Теперь, я думаю, хватит. Теперь, смотри. Пропуск, сколько у нас тут их еще? Попыток-то осталось. Это только 180 уровень у нас. Так, последнее издыхание, друзья. Последнее издыхание. Давай, сразу еще 3. Это, то есть, 15 попыток. И что у нас получилось? Па-бам! У нас все закончилось. Мы заходим сюда, смотрим. И он у нас только 184 уровня. То есть сейчас надо реально заходить, долбить, не забывать про эту фигню. А вот такие вот дела. Как бы даже есть смысл сейчас просвет этот подержать, а огненку поставить попозже. Но у нас есть этот друг, мы его уже тоже долбанули. Ну и давай посмотрим. У меня же тут герои прошли же тут вторую эволюцию все. Кто был первый эволюцией? А, давай ради вас потрачу 100 самоцветов. А, посмотрим, как быстро мы... Ну давай без магии. Как быстро мы тут сможем все замутить. Да, выживут ли у нас герои. Ну, это БГшный состав, друзья. Это БГшный состав. Что-то рядом героев они не вырубают. О, Космо вроде бьет. Фрэнки должен хорошо бить сейчас. И как бы жить, по идее, подольше, потому что, ну, он об отражении не должен убиваться. Смотри, как это все долго получается. Но, в принципе, мы всех героев, ребятушки, убили. И, ну, через минуту, я думаю, мы пройдем это подземелье. А вам, наверное, пожелаю огромнейшей удачи. Вот сейчас дождемся, когда все-таки космо куда-нибудь ударит. И тогда уже окончательно с вами попрощаюсь. Елки-палки, видео получилось все равно 19 минут. Жду вас всех на стриме. Космо уже, давай там раздуплись. Твою ж дивизию-то, а? Бо-бо! Ударил космо. Всем пока.